дно. Спустился на дно. Так, судя по сигналу, ты на месте. Груз не видно? Нет. Пока нет. А вы ничего не засекли? Ничего. Ладно, поплыву по течению. Понял. Будь на связи. Хорошо. Эй, по моим часам у тебя четверть баллона. Всплывешь? Не, все в норме. Я уже рядом. Еще немного и давай всплывай. Погоди ты. Ладно. Что-то нашел. Что там? Цвет совпадает, ржавчины еще нет. Похоже, когда камни ударилось. Что ты там бормочешь? Прости. Похоже на кусок нашей фуры. Наверняка она рядом. Не испытывай мое терпение, Дрейк. А, вот ты где. Нашел. Хорошо. Как выглядит? Побито, но целое. Поехали. Есть. Доброе утро. Так, я внутри. Вроде. Большая часть привязана. Так, значит, 1, 2, 3, 4, 5. Похоже, не хватает двух ящиков. Пойду их искать. Стоп, стоп. Может, поднимешься за новым баллоном? Наверняка рядом. Справлюсь. Ха, один есть. А, черт! Ящик придавило фурой. Короче, сначала закрепи второй ящик, потом мы поднимем фуру. Видишь, вот за это тебе и платят. Ну да. А, нашел второй ящик. Один есть, один ищем. Закрепи его в фуре, мы почти на месте. Ладно, жду вас. Отлично. Мы над тобой. Сейчас будем цеплять. Спускаем. Все, на месте. Цепляй фуру, мы ее приподнимем. Так, я взял трос. Сейчас прицеплю его к оси. Должно сработать. Вот так, один есть. Так, ты за воздухом-то следи. Расслабься. И второй. Фура подцеплена, можно тащить. Ладно, отойди, мы ее поднимем. Все, давайте. Поднимаем. Так, хватит? Да, вполне. На меня не уроните. Постараемся.
Нашел второй ящик. Положу к остальным. Груз в целости и сохранности. И воздуха еще на 5 минут. Надо же. Ну, может, ты еще полазишь, поищешь там другие сокровища. Не, хватит. Тебя прокатить? Да, пожалуйста. Будешь готов, дай знать. Давай, Найт, соберись. Я на месте, вытаскивайте меня. Не вопрос. Поднимаем. Красота. Ты как, Найт? Я рад, что вылез из реки. Неделю буду рыбой понять. Ладно, держись. Сейчас тебя примем. Держусь. Как дела, парни? Что вернулся, Дрей? Да, сам не нарадовался. Бросай снарягу. Держи. Спасибо. О, баллон-то пустой, что ли? Я облегчаю тебе работу, а? Ты как думал? Все поднял? Все в целости. Ну ты у нас отличник. Я улучшаю вам репутацию. Вот, готово! Лучше бы это делал. Бюрократ. Отстаю от жизни лет на 10. Минуточку. Что-то не так. Покажи-ка. Потом закончу. Мой герой. Пошли. Глянем, что ты принес. Давай в следующий раз кто-нибудь другой поработает. А ты отдохни. Нет уж, спасибо. Лучше нырять, чем торчать в конторе.
все равно. Понырять теперь еще не скоро придется. Погоди, а контракт на четверг? Да ладно. Цену перебили. Ты издеваешься? Ну да, конкуренция. А ну-ка, давай. Окажешь честь? Да, давай. Спасибо. О, ты смотри, медный клад. Ну ты не поверишь, сколько эта хрень стоит. Потому-то клиенты платят такие деньжищи. А может, лучше на монетки переплавим? Ладно, пошли отметим. Первая кружка за мной. Что, с вами по барам? Не-не-не, без страховки не пойду. Я лучше сейчас сяду, оформлю все бумажки и потом домой спать. В другой раз. Ладно, как хочешь. Эй, ты молодец. Спасибо. Медный провод. Подожди, Нейт. Нейт, постой. Эй, какими судьбами? Для тебя презент. Презент? Что это? Весточка из малазийского источника про затонувший корабль. Опять. Весь груз целый. Да? Подходи и бери. Упорный ты человек, Джеймс. И? Всю сумму на тех расходы нам перевели, все готово. Кроме моего лучшего парня. Я ему доверил бы это дело, а он слился. Нет, я даже не возьмусь. Скажи у этого источника. Есть разрешение? Нет, у него нет. Они никому не дают разрешения. Конечно. Но пойми, ведь это же нам только на руку. Нет разрешений, значит, нет конкурентов. Корабль наш. Без разрешений не полезу. Нейт, это же наша пенсия. Для нас обоих. Уж не знаю, как ты, а я не хочу ковыряться под водой до 60 лет. А ты? Не хочу в тюрьму. Нет. Слушай, я не могу. И тебе не советую. Ну ты возьми почитать. Ради меня. Я не передумаю. Тем более, чтобы не почитать. Правда? Привет, Карли и ребятишка. Передам. Я на тебя не давлю. Но ты подумай. Видно, серьезная работа. Круг поисков сужен. Эх, было бы круто. Вот тон ушлый. Нет, нет, нет. В этот раз без меня. Одна из самых странных моих находок. Лазал на такую же, побольше. Испанский дублон найден в немецкой подлодке, в самом сердце джунглей. Круто. Сэр Фрэнсис Дрейк спас жизнь Салли. Вот и мы.
за кусок смолы погибло столько людей. Шамбала. Я скучаю. Сэр Фрэнсис и его загадки. Вот это безумная история. Хлоя, 100 лет прошло. Она больше не в моем стиле. В укрытие. Я окружен. Яблочко. Помощи. Вот еще жирный пластик. Обойти тебя. Порядок. Вот так. Чемпион. Прощай. Снова в деле. Так тебе. Пока. Да, сейчас спущусь. В чем дело? Ну, поиграли и хватит. Так вот, чем ты занята. Нам определенно пора в отпуск. Давно пора.
чего там застрял? Ну, я кое-что изучал. Вот так это теперь называется? Ну, правда. Ты не принесешь еду? Я почти закончила. Да, да, конечно. Спасибо. Вот она. И... Угу. Все, есть. Закончила? Да. О. Ну, там наверняка куча лишнего и опечатки, но есть же редактор. Хм. Умираю с голоду. Вкусно. Угу. Ну, как у тебя дела? Что? М? Я тебя не понял. Прости, прости. Как у тебя дела? Оу, очень хорошо. Угу. Ну, все как обычно. Угу. Я... выудил из реки кучу всякого хлама. Да? Ну, ты хотя бы искупался. Был какой-то интересный хлам? Ну, да. Просто жемчужина. Это был грузовик начала 21 века. Раритет. Аборигены называли их фурами. Ах ты, господи. Ну, короче, это серые будни. Лучше про статью расскажи. Ну, заказ был на такой махровый глянец про туризм в Бангкоке, но... вряд ли редакции понравится взятый мною ракурс, потому что я получила просто тонну комментариев про то, какой там сейчас чудовищный смог, что у людей дыхание перехватывает еще на трапе самолета. Ну вот. И, в общем, у меня получилась такая элегия. А! Ты да что? Где летаешь? Ну, я здесь, у тебя на вид. Серьезно? Что? Ты рассказывай. Мне очень интересно. Да? Да. И о чем же моя статья? А? Что? Вот это? Угу. Про полеты в Бангкок. Что у них там... большие проблемы, потому что из-за смога никто не может сесть. Класс. Слушай, извини. Нет, очень смело, ну, прямо я же очень... был на стадионе, так? В другой стране, но, в общем, да, на стадионе. Джеймсон опять зазывал тебя в Малайзию? Он каждый день зазывает меня в Малайзию. Слушай, я правда думаю, что тебе надо поехать. Да не хочу я. Честно, у него нет разрешений, и мы договорились, что больше в такие дела не полезем, да, не просто... стоит оно того. Ну, не такой там прям уж риск-то. Ну, подумаешь, разрешение. Нет. Позвал бы Салли. Сколько вы не виделись? Елена, 2 года? Давай оставим эту тему. Я просто не хочу, чтобы ты отказывался из-за меня. Я отказываюсь из-за себя, ясно? А. Я оценил твой жест, просто... Ладно, пойду-ка я мыть посуду. Стой, я помою. Ну, погоди. Ты вчера мыл. А ты готовила, так что мыть буду я. Ну, или... или давай лучше что-нибудь прикольное придумаем. Мыть будет тот, кто проиграет. Ты хочешь со мной сыграть? Да, ну да, давай в эту твою игрушку на приставке. Спорим, я побью твой рекорд. Ты надеешься побить рекорд в моей игрушке на приставке? Ну да, что, испугалась? Да ты даже название не знаешь. А мне и не надо это знать. Я знаю, что там делать. Там надо бегать и прыгать. А у меня к этому вообще-то прирожденный талант. Правда? Что, трусливая цыпочка? Испугалась? Ну все, ладно, ковбой. Ладно, смотри и учись. Я вся внимание. Началось? Нет, грузится. Грузится? Да.
Как же долго нужно ждать? Где твое терпение? Когда что-то включаешь, хочешь, чтобы... О, все, началось. Что-то не так? Нет, нет, просто... Как тут вообще... Как начать-то? Нажми кнопку старт. Я сам знал. Ну вот. Я знал. Короче, тебе нужно бежать на камеру. Бежать на камеру. Понял. А круг — это атака вращения. Убегает Валуна. Почему он за мной катится? Просто беги от него. Я ему ничего не сделал. Атакуй вращение. Ты не туда идешь. А? Спускайся вниз. Знаю, знаю. Просто люблю все стрелять. Что случилось? Ты упал в яму. Знаю, как мне подняться. Ты умер. Неправдоподобно. Я бы смог оттуда выбраться. Ему нужно учиться лазать. Меня это всегда спасало. Там яма. Да, я вижу. Не больно вертеться. Ничего, вот так. Это кто, лиса? Бандикут. Похож на лису. Да, как лиса в джинсах. Так, хватай фрукт. Что делает фрукт? Сотни фруктов дает одну жизнь. Сотня? У кого есть время собирать сотню фруктов? Блеск. Кстати, лиса так ли? Это бандикут. Какой же это бандикут? А ты хоть раз их видел? Нет, но вряд ли они носят кроссовки. Неплохая графика. Правда? Mm-hmm. Так, ломай ящики. Зачем лиса ломает ящики? Это бандикут. Ну, просто так. Это лиса. Я крутой. Неплохо, неплохо. Зачем он крадет все эти фрукты? Лисы фрукты не едят. Он не крадет, он собирает. Чего? И все, что ли? Ты сам нарвался. Это издевательство. Я же почти дошел. Ну, а ты еще попробуй. Давай, все или ничего. Мою машину уже давно пора помыть. Серьезно? Ты меня еще подначивать будешь? Там есть режим, называется легкий. Может, включишь? На нем, правда, очень легко. Ты сейчас у меня договоришься. Что ты сделаешь? Я тебя предупреждаю. Что ты сделаешь? Предупреждаю. Ну, по правде, ну что ты сделаешь? Я тебе сказал. Покажи. Ну, что ты по правде сделаешь? Я тебе устрою. Эй, ты счастлив? Ну, конечно. А ты? Серьезно? Иди сюда.
Пока закрыто. Закрыто. Да что ж тебе. Ладно, иду я, иду. Ну, люди. Да, вам помочь? Я тут ищу своего брата. Он вашего роста, постройнее. И без такой седины на висках. Сэм. Рад тебя видеть, Нейт. Господи, Сэм. Ладно, ладно, полегче, полегче. Как? Я думал, тебя подстрелили. Да, было дело. Вот сюда. Господи. Их врачи, ну, врачи, меня заштопали и тут же посадили обратно. Но я же выяснял, 100 раз проверил. По всем каналам всюду подтверждалось, что ты погиб. Нейт, мы убили охранника. Поэтому они очень хотели сгноить меня в этой камере. И у них почти получилось. Господи, Сэм. Если бы я знал, я клянусь тебе, я ты бы за тобой... Ты бы вернулся. Я знаю, Нейт, я знаю. Но важно то, что я выбрался. Эй, эй. Все нормально? Да. Надо... На воздух. Ты, я надеюсь, в обморок не упадешь? Постараюсь. Такие новости, знаешь ли. Ну, как? Как ты выбрался? Когда ты выбрался? Как ты вообще так, меня нашел? Так, так, так. Тормози. Лучше сядь. Давай про себя. Я? Да. А что? Ну, мои старые знакомые рассказывают безумные истории. Какие еще истории? Например, как ты висел в вагоне над пропастью в Гималаях. А, это... Ну да, было. Выкладывай, что я пропустил? Даже не знаю, с чего начать. Давай с лучшей части. Ну, помнишь нашу теорию о том, что Фрэнсис Дрейк инсценировал свою смерть? Ну да. И это правда. Я нашел гроб. У берега Панамы-то? Да. И ты представляешь, я его открыл, ну? А тела нет. Но на дне лежит дневник. Не врешь? Ну и все как обычно. Потерянный город разрушен, но мы из него выбрались. Чудом. Невероятно. Ну да, невероятно. Жаль, тебя не было. Нет, я в буквальном смысле не верю. Ты говоришь, что типа наткнулся на очередное легендарное сокровище и от чего-то вдруг опять удалился ни с чем. Ну, вот такова моя планида. Удалось, конечно, прихватить несколько побрякушек. Хватило на машину, дом, кольцо с бриллиантом. Господи, я женился. Что ж, я сразу-то Елена, про которую я... Она моя жена. Я тебя познакомлю. Приходи сегодня к нам в гости. Мы поужинаем, я ей про тебя расскажу. Черт, надо ей рассказать. Нейт, у меня большие проблемы. Что? О чем ты? Какие проблемы? Знакомо имя Гектора Алькасара? Да, он наркобарон. Угу. Панамский мясник вроде. А что? Ты не поверишь, но... Мы год сидели в одной камере. Так я и выбрался из тюрьмы.
Книжку забросил, да? Подойди-ка, Самел. Слушай, охрана песни поет. Ну, напились, походу. Возможно. Но они довольны. Как можно быть довольным такой убогой жизнью, убогой работой? Ну, зато их дома женушки ждут. А у нас с тобой что? Без обид. У нас есть мечты. И когда мы выберемся, мечты поведут нас в такие дали, какие этим болванам не снились. Ну что ж, меня восхищает твой оптимизм. Что ты сделаешь, когда выйдешь, Сэмюэл? То есть, если я выйду? Да ты и сам все знаешь. Да, знаю. Но я хочу услышать от тебя. Я пойду искать величайшее пиратское сокровище, о котором я тебе уже все уши прожужжал. А нет. История Генри Эвери и его 400 миллионов в золоте стала для меня слаще колыбельной. Думаешь, ты их правда найдешь? Если будет шанс, конечно, найду. Амбиции. Как там Эвери говорил? Я человек фортуны, и я поймаю ее за хвост. Мне это нравится. Это еще что? Ну, вот это и есть наш шанс. Сеньор Алказар, Меляко Верло. Садимадаки. Ух, косемус конель. Сэмюэл, ты готов ловить свою фортуну? Да. Бомонос. Охренеть. Остальные все на позиции. En camino. Todo va de acuerdo al plan, señor. И долго ты это планируешь? С того дня, как оказался здесь. Сэмюэл, живей. Некогда. Нам нужно идти быстро. Ну, нифига себе. Pedazo de mierda. Nunca saldrás de aquí. Господи, эти люди садисты. Мы избавим мир от них, а? Вот. Понадобится. Ты помнишь, как надо стрелять? Ну, как-нибудь вспомню. Абрантодос Лас Пуэртос. Гектор. Тут же вспыхнет настоящий бунт. Именно. Аганло. Держись рядом. Работа еще надо заработать.
мы вас пощадим! Как хотите! Перебейте всех! Да, вижу. ¿Y что теперь? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse. Генерал, найди укрытие. Что? Зачем? Я тебе сказал. Я говорил. Порядок? Да, да. В ушах звенит. Но жить буду. Есть ты, гринго? Нам нас не
Держи, Сэмюэл. Пей. Нет, нет, спасибо. Мне сейчас ничего не надо. Давай. Ты обезвожен. Вот, пей. Спасибо. А? Куда теперь пойдет Сэмюэл Дрейк? Да, куда же я теперь? Приму ванну. Сплю в настоящей кровати. Может, подцеплю себе хорошую бабенку. И найду своего брата. По-моему, неплохое начало. Да, ты прав. Ну, а сколько могут занять поиски сокровища Генри Эвери? О, я не знаю, нужно добраться до Штатов, а там видно будет. Сколько? Ну, я пока еще не начал. Но ты же знаешь, где оно? Ну, да, знаю. Просто, слушай, Эвери же не оставил нам карту с большим красным крестом, ясно? Но у меня есть хорошие зацепки. Так, так. Погоди, эй, тихо, тихо. Ты мне нравишься. И главное, я тебе поверил. Потому ты и здесь. Я все найду. Мне просто нужно время. Да, Манку, чая. Видишь ли, какое дело? Меня теперь мучают жестокие сомнения. Так. Гектор, послушай, я все найду. Клянусь. А! Сколько? Полгода. Люди ленивы. Они всегда просят больше времени, чем надо. 3 месяца. За 3 месяца не... 3 месяца. Мне половина. Справишься? Говори. 3 месяца. Тебе половина. Так. Если ты будешь прятать от меня клад, или чего доброго побежишь сдаваться в полицию, я узнаю. Я подкараулю, когда не ждешь. И тогда ты будешь умолять меня о смерти. Ну, вставай. Самый ближайший город в 10 километрах туда, в сторону солнца. Давненько ты не видел восхода солнца. Vamos. Как мне тебя найти? Потом. Не бойся. Придет время, я сам к тебе явлюсь. Buenas suerte, Samuel. Вот. Алькасар меня отпустил и... И я здесь. Плохо дело. Ну, мы просто пойдем по тому же следу и... По следу? Сэм, да нет никакого следа. Когда мы с Рейфом удрали, он купил всю землю вокруг собора Святого Дисмоса на папочкины деньги. Мы там все прочесали. Сокровища Эвери нет. Хотя Рейф вот не сдался.
Все эти годы копает, придурок. Ничего не накопал. Я не удивлен. В смысле? Ну, я просто тоже немного покопал. Ну и... Вряд ли у Рейфа есть это. Крутая штука интернет. Такое можно найти. Просто крест святого Дисмоса. Просто? Тот, что мы нашли, был разбитый и пустой внутри. О, а этот целый. Эвери сделал их несколько. Да. Чего не было в том, что мы нашли в Панаме? Наверняка до сих пор есть в этом. Угу. Ну, круто. И где же он? О, этот истинный шедевр пустят с молотка через 3 дня в поместье Росси. Поместье Росси. Ты о нем слышал? Ну, да. Как ты собираешься добыть приглашение на эксклюзивный и охраняемый нелегальный аукцион? Ну, приглашение не так уж необходимо, правда? А, да. А где ты возьмешь денег, чтобы перебить все ставки? Я могу перезаложить дом, и все равно этого не хватит, чтобы... А, ясно. Ты его украдешь. Не я. А мы? Что? Нет. Нет, Сэм, я не могу. Я завязал. Что? Нет, все, я больше такими вещами не занимаюсь. И потом, у меня полно контактов, которые гораздо лучше с такой задачей справятся. Это кто? Ну, не знаю, вот... Господи. Да хоть Чарли Каттер. Нет. Вот к нет, нему нет, я с этим нет, бы и пошел. Ни в коем случае. Я не доверю Чарли и прочим гражданам из твоего телефона свою жизнь, ясно? Мне нужен ты. Ну, должен же быть и другой вариант. У меня слишком мало времени. С Алькасаром нельзя шутить. Милая, это я. Да, слушай, ты не поверишь. Джеймсон только что привез разрешение. Да. Знаю, но... В общем, похоже, я все-таки лечу в Малайзию. Что там видно? Ну, как водится, шайка благородных жуликов при полном параде. И пока никакого Салливана. Но время еще есть. Хранилище у них находится в доме, за тем особняком. Тебя оттуда видно? Только самую верхушку. А. О, вот бы поглядеть, что они там прячут. Нам нужен только крест пирата Эвери. Неужто не хочется принести жене безделушку? Смешно. Не усложняй. Ладно, понял. Было бы не так сложно, будь мы с тобой вдвоем. Сэм. Мы бы уже туда пролезли. Вопрос как? А ты хоть придумал запасной план на случай, если Салли нас подведет? Он не подведет. А если его поймают? Сэм. Он знает хозяев аукциона. Сейчас он там со всеми раскланяется, поднимется наверх и откроет нам окно. Все схвачено. Ну-ну. Так, короче, говори прямо. А если он смоется с крестом? Да никогда в жизни. Виктор Салливан? Мы об одном человеке говорим. Да, он подставлял напарников, но не нас. Но не тебя. У вас с ним всегда были разногласия. Мягко говоря. Но я ему верю, как себе. Он мне родной. Нет, слушай. Я хочу, чтобы ты ему поверил. Ладно. Он все сделает как надо. Рано или поздно. Но надо же на всякий случай подготовиться и к тому, что делать, если... Вот.
Видишь? Верь. Смокинг не запачкай. Спасибо.